Next. Что же такое абсолютное качество и абсолютная цена? Это значит, что мы покупаем продукцию от Томми премиум-класса, люкс-класса, очень качественную, аналогов которой мы не найдем. А если найдем, то они будут в 3 раза, а то и в 10 раз дороже. Об абсолютном качестве и абсолютной цене можно говорить долго. И я уверена, что каждый из здесь находящихся участников уже может подтвердить на 100%, что действительно наша продукция абсолютного качества по абсолютной цене. И каждый уже что-то попробовал, и теперь уже не может обходиться, да, не может жить даже без нашей продукции. В этом-то и суть, секрет о том, что раз попробовав нашу продукцию, человек другой продукции уже пользоваться не захочет. Next. И наш президент, дорогой, уважаемый председатель Атоми Пак Хан Гиль, в своем видео, видео называется «Особая лекция Пак Хан Гиля», говорит: «Вы не знаете, сколько я старался, чтобы отобрать хорошую продукцию». Next. И расскажу сейчас подробно о нашем флагмане, нашем легендарном Кимахими. Продукт номер один в Атоми. С этого продукта компания начала свое мощное, грандиозное шествие по всему миру. Сначала в Кимахими было всего 30 саше, и стоимость его была 770 долларов. Но президент увеличил вместе с производителем его сначала до 48 саше, затем до 54. И сейчас мы с вами имеем 60 саше по цене в 10 раз ниже, чем была в начале цена. То есть теперь наш химахим стоит 7000 рублей. И тут еще президент говорит: я выжил сухое полотенце для того, чтобы сделать больше. Представляете? Вот из этого можно уже сделать вывод, что наша продукция абсолютного качества по абсолютной цене. Вот этот пример просто яркий на примере нашего химахима. Вы согласны? Next. И в чем уникальность нашего бизнеса Атоми? В том, что нам нужно повторять простые действия. Next. И вы здесь будете успешным, так как здесь все участники пришли на бизнес. Если, прослушав информацию о нашем продукте, вы примете решение быть потребителем только потому, что качество и цена ниже тех товаров, которых вы ранее пользовались. Вот тогда вы будете обречены на успех. Почему у вас обязательно появится желание поделиться с окружающими, чтобы помочь им покупать товар абсолютного качества по абсолютной цене? И суть бизнеса Атоми – продать только себе. Поменять места покупок на свой магазин и научить это делать близких, знакомых, друзей. И за то, что мы покупаем продукт, который необходим нам каждый день, чистим зубы, моем голову, пьем кофе, чай, улучшаем качество своей жизни, компания щедро нас благодарит. Next. Next. Вот здесь у нас яркая, красивая табличка. Успех равняется повторению простых действий.
У нас всего с вами три шага. Первый шаг – бесплатно регистрируй участников АТОМИ, не говори, не пугай их словом регистрация, участник, дистрибьютор, тем более, а просто говорите. Ты станешь покупателем интернет-магазина, где очень хороший и качественный товар. Если желаешь, я тебе помогу открыть свой аккаунт. Второй шаг. Научи пользоваться продуктом своего новичка. Что для этого нужно сделать? Это показать ему наш сайт, показать наш магазин, и чтобы новичок выбрал товар любой. Пусть будет это мыло за 250 рублей, или зубные щетки наши, или зубную пасту, химохим. Помогите ему определиться с выбором, исходя из его потребностей. И расскажи особенности нашего продукта, что, допустим, в магазине указано 600 рублей не за одну щетку, а за 8 щеток. Это второй шаг. Следующий шаг. Делитесь, да? Делитесь информацией. И научите делиться своих новичков информацией. Здесь важны эмоции, важна наша энергия. Если мы будем рассказывать спокойно, да, без эмоций о нашем, о наших продуктах, то нам никто не поверит. Вот поверьте, на своем опыте уже знаю, что людям не так важно, что мы говорим. Людям важны наши эмоции, важна наша энергия. Порой, когда мы приглашаем в наш магазин людей, решая, что он сейчас быстро что-то купит, да, но потом видим, что он как-то пока еще не принимает решение, мы резко меняем свое настроение, тем самым закрываем двери. А наши двери должны быть всегда открыты. Значит, еще раз повторяю, да, первый шаг – бесплатно регистрируемся. Второй шаг – пробуем продукт. Третий шаг – делимся информацией со всеми. Не смотрим никому ни в карман, не смотрим ни на положение человека, ни на его образование. Как кошка метит свою территорию, так и мы. Чтобы все наши близкие, знакомые, друзья и не только, еще и люди по холодным контактам, потому что многие из нас работают в соцсетях, знали, что вы АТОМИ, чтобы у вас на лбу было написано и считывалось «Я АТОМИАНКА» или «Я АТОМИАНЕЦ». Возможно, сразу человек заинтересуется, но в течение нескольких дней, 72, да, часов, допустим, он пообещал вам, но не купил ничего, то вы не расстраивайтесь, не закрывайте двери перед ним. Потому что пройдет время, месяц, полгода, год, возможно, 3 года, как у нас бывает, люди смотрят на нас, наблюдают за нами. И потом сами же обращаются к нам. Вот наша задача – сеять семена. Об этом говорит президент тоже. Прежде чем что-то получить, результат, нам нужно сперва решить, для чего мы в АТОМИ, зачем мы в АТОМИ, сколько мы хотим, с кем мы хотим, когда желаем. Да? Поэтому… Когда мы это решим, примем решение, что мы пришли потребителями или пришли на бизнес, это ваш выбор, мы принимаем решение, берем ответственность на себя. И как правило, мы знаем, что 90% в нашей компании – это постоянные лояльные потребители. Поэтому мы в первую очередь приглашаем людей на продукт, на хороший, качественный продукт. Ведь нам же не трудно поделиться информацией, если мы купили
в магазине вкусные булочки или увидели красивую кофточку или для мужа подарок, да, который вас устраивает по цене и по качеству, мы же обязательно поделимся. Так же и здесь. Поэтому наша задача только делиться. Дарить безусловный подарок. Я люблю это повторять. Подарили подарок и пошли. Мы же дарим-то подарки. Ну, я, например, дарю, и думаю, многие здесь сидящие дарят то, что нам нравится самим. Пусть это будет маленький пустячок, пусть это будет дорогой подарок, но мы дарим в первую очередь то, чтобы сами себе купили. И подарки, как правило, вот каждый сейчас подумайте, да, как вы дарите подарки и как вы их принимаете. Наверное, со мной согласитесь, что многие подарки, то есть многие подарки, да, то есть люди, то есть, может быть, даже и нет среди нас здесь таких, да, но подарили человеку подарок, он даже не посмотрел, отставил в сторону, да, решил, что это какой-то пустячок, который ему не нужен, забросил куда подальше и забыл. Кто-то, приняв подарок, благодарит человека, даже еще не открыв подарок, да, а потом, когда остается один, он открывает его с благоговением, да, и пользуется этим подарком. Даже если подарок уже как бы съеден, да, или сломался, порвался, потерялся, то человек будет помнить очень долго всю свою жизнь о вашем подарке. Вот так же о Томе. Подарили и пошли. Ничего не ждем в ответ. Вот прямо вспоминайте вот сравнение с подарком. Когда мы ждем что-то в ответ, дарим подарок Атоме, возможность Атоме, да, инструмент Атоме, и надеемся, и ждем, и пыхтим, бубним. Вот, я на него столько потратила времени, да он там обещал. Этого не надо делать. Вспоминайте, мы дарим подарок безусловный, без отдачи. Это личное дело каждого. И если нам нравится, мы влюблены в Атоме, это не значит, что каждый человек в мире будет так же влюблен, как мы. Но наша задача – сеять семена. Чем больше мы их посеем, тем будет больше урожай. Сейчас быстро, кратко приведу пример. Я 29 лет не занималась огородничеством. 29 лет. И когда в том году переехала в деревянный дом, вообще не собиралась садить ничего, потому что считала, что тратить время, да, лучше я куплю, пойду в магазине. Ну, как-то вот так считала. Может быть, где-то мне и лень было, да, потому что участок большой, 15 соток. Ну, как-то вот так. Но братишка младший не послушался, посадил картошку, морковку, свеклу, огурчики, салатики, да, разные. И я то лето с ребятишками, с внуками, да, просто наслаждалась и благодарила его урожаем. А в этом году, конечно, я уже поняла, что магазинская морковка – это уже не то. Огурчики, даже купленные у бабушек на свежайшие на грядке, это тоже не то. И решила, что в этом году будем садить огород, пусть маленький. И пришел брат снова, да, посадил мне картошку и потерялся в силу там разных обстоятельств. Время идет, морковку надо садить, уже все сроки прошли, свеклу тоже хотя бы. И что делать? Я вышла в огород, и вот все, вот пока я готовила грядки, копала, да, граблями там работала. Ну, кто это, ну, все, наверное, знают, да, что такое огород. Не надо об этом рассказывать. Вот поделюсь, да, всегда связываю все с Атоме. И вот пока я как бы наслаждалась, да, вот именно я наслаждалась вот этим творчеством, процессом. Хотя, когда выходила, ворчала, бубнила.
Вот лето, загорю. Вот надо сапоги одевать, потом мыть ноги, да, ну как-то вот одежду стирать. Но так как я понимала, что будут приезжать внуки, которым, ну хотя бы посмотреть, да, вот на живой огород, а не в магазине, да, вот эта мечта, вот это желание меня и вывело на улицу. Но так как я не продумала заранее, да, сделала это спонтанно, я не намазала лицо стиком нашим солнцезащитным, не одела шляпу, не взяла перчатки, и, слава богу, у меня ни одной мозоли за 3,5 часа работы не появилось. И когда я сеяла уже на приготовленной грядке морковку, я увидела, что сколько вот я семян посадила, да, и сколько, думаю, интересно же, вот выйдет. Мне самой вот прямо интересно, какой у меня будет урожай морковки. И поняла, что чем больше я посажу морковки, грядок, тем выше факт, что у меня будет очень хороший урожай морковки. Вот это я поняла. Первое, я начала копать грядку, где не было в том году посажено. Земля твердая, я намучилась, напотелась. Но довела дело до ума. На следующий день я уже стала копать те грядки, которые были раньше под морковкой. И, конечно, было уже просто легко копать. И что я поняла? Когда мы говорим, наш бизнес дублицируемый, надо просто, тупо и легко повторять действия успешных наставников, то это гораздо легче. Вот я здесь прямо, знаете, реально увидела, или я сама копаю, да, без, вот, как бы без труда моего брата, или я иду уже по пути. Вот-то прямо такой вот яркий пример. Ну ладно, на этом я как бы заканчиваю про огород, да. Идем дальше. Next. И о Томе, да, у нас бизнес больших цифр. Вот недаром я сегодня назвала свой брифинг «Большие цифры, простые действия». Для того, чтобы мы с вами поняли, да, какие здесь большие цифры, конечно, это лучше всего показать на карьерном плане. Вот смотрите, да, начиная с мастера продаж, а это самый у нас с вами желанный, самый энергоемкий и по времени, и по эмоциям ранг, но, как говорит президент, достигнув этого ранга, вы проходите более половины пути. То есть вы уже видите себя империал-мастером. Поэтому этот ранг так важен. И поэтому его надо строить с душой, как крепкий-крепкий фундамент. И президент говорит, что не занимайтесь дешевыми приемами. Дешевые приемы – это он имеет в виду. Когда мы стряпаем степы, когда мы делаем закупки, да, вот именно закупки, хотя у нас закупок нет в бизнесе, лишь для того, чтобы иметь определенные, да, поинты, да, на личном ID, а не покупаем продукт для того, что он нам нравится, и не пользуемся им каждый день, вот это президент называет дешевыми методами. И еще назвал он дешевым методом, это когда мы продаем, открывая свои магазины, да, свои магазины в соцсетях. Вот про это он говорит. Не делайте дешевые методы. Пользуйтесь продукцией, влюбляйтесь в нее, сойдите с ума от этой нашей продукции, и тогда у вас все получится. Бриллиантовый мастер, да, на уровень уже больше получает вознаграждений лишь за то,
компания его благодарит, что он помог двум партнерам слева, двум партнерам справа, если они пожелали достичь ранг мастер продаж. И посмотрите, какие здесь подарки. У вас есть время, пока я рассказываю. Мастер Шаронской розы. Здесь уже вознаграждение еще вкуснее. Вот прямо почитайте, да, вам должно быть видно. И что еще хочу сказать, да, что мастер Шаронской розы получает примерно $2000 мастерских вознаграждений за один период. Посчитайте, переведите в рубли, сколько это будет за месяц. Это только мастерские вознаграждения, да? Вот они наши большие цифры. Звездный мастер. Тут вообще уже, да, смотрите, какие вознаграждения. 30-50 тысяч долларов. Практически уже вознаграждение близко к империал-мастеру. Тоже внимательно почитайте, что здесь компания дает в подарок. Увидели, да, что компания дает еще карточку, на которой деньги, которые мы должны потратить на своих партнеров. Едем ли мы в путешествие? Берем с собой, да, партнеров, которые у нас очень активные, пусть они даже только пришли. Кому-то мы помогаем закрыть кредит, кому-то мы помогаем оплатить дорогу в офис, кому-то мы оплачиваем обеды. Вот на это нам дается вот такая карточка на спонсорскую деятельность. Королевский мастер. Здесь уже вознаграждение от 50 тысяч долларов, и, возможно, да, они до 100 тысяч долларов могут доходить. Недавно разговаривала, вот буквально вчера, с одним из своих наставников. Она сказала, что я, говорит, не гонюсь за рангами, у меня хорошие товарообороты. Хорошие товарообороты. То есть человек закрыл ранг бриллиантовый мастер, да, но на автомат пока выйти не может, но зато получает на ранге мастер продаж на автомате как бриллиантовый мастер от 300 тысяч. Поэтому почему президент продумал вот этих лебедей, да, птичек, как многие их называют. Какие они птички? Это лебеди. Лебеди, которые из гадкого утенка превратились в лебедей. Так же и мы с вами. Вот я лично из гадкого утенка превращаюсь в лебедя. Но пока маленького-маленького, но буду-буду большим красивым лебедем. Это я уже точно знаю, в этом я уверена. И представляю, сколько лебедей красивых, статных у меня в команде. Вот когда вы об этом будете мечтать, когда вы будете мечтать, что ваши партнеры здесь зарабатывают больше вас, тогда бизнес будет о том и легкий и простой. Вот на этом ранге, да, нам необходимо помочь двум партнерам слева, двум партнерам справа, как минимум, стать звездными мастерами. Коронный мастер. Посмотрите, да? Здесь уже какие вознаграждения, какие здесь подарки, прочитайте. И вот он, королевский мастер. Так люблю императорский мастер, так люблю этот ранг. И сразу, когда пришла в компанию, я с первых слов Дины Ирины поняла, приняла для себя решение, что я буду однозначно империал-мастером, императорским мастером.
и скольким людям я помогу достичь этого ранга. Я в это просто поверила. Что меня здесь прельщает, да, что мы будем зарабатывать, и уже сколько, да, империал-мастеров появилось в Южной Корее. Если раньше они появлялись через 9, да, через 10 лет по одному, то сейчас за год по 2 империал-мастера. То есть, как говорил президент, что с каждым годом империал-мастера будут расти как грибочки. И что через 5-10 лет в каждом городе, в каждой стране будет по несколько императорских мастеров. Это реально. Что здесь еще вот вас должно мотивировать, да? Здесь компания платит за образовательный центр огромные деньги. Плюс для того, чтобы вы свободно передвигались, да, как бы не были зациклены, обременены, да, руководством вот этого образовательного центра, вам менеджер с зарплатой. Компания дарит вам автомобиль. А так как у нас очень много партнеров, которые в очень таком красивом возрасте, да, да много знают своих партнеров, которые говорят: нет, не хочу водить автомобиль, я найму лучшего водителя, или пусть муж там водит, да. И вот здесь тоже компания предусмотрела. Дарится водитель с зарплатой. Да к нам будут в очереди стоять все наши родственники, знакомые, чтобы стать в нашем бизнесе водителем, да, и менеджером. Вот они, большие цифры. И, как правило, скажу, да, открою вам еще секрет о Томе, что наш маркетинг-план в теории, который вам сейчас показала, но на практике вы уже знаете, вы уже сами достигли многие, да, рангов. Здесь у нас есть и мастера продаж, и мастера продаж на автомате, и бриллиантовые мастера, и мастера Шаронской розы, да, посмотрите, вот, уже сами почувствовали руками, да, душой, телом вот этот карьерный план в теории, на практике. И можете со мной согласиться, что наш карьерный план Атоми, он на практике еще лучше, еще вкуснее, еще мощнее. И, как правило, почему? Потому что нас же становится все больше, открываются страны друг за другом. И поэтому, а потому что мы получаем от всемирного товарооборота вознаграждение, премии, поэтому наши вознаграждения, да, еще увеличиваются. Вот, да, вот по цифрам я по маркетинг-плану как бы сказала. Теперь вот сейчас я расскажу, вот здесь текст прямо зачитаю, чтобы подтвердить наш брифинг, большие цифры. Компания Atomy в Южной Корее вышла на первое место среди компаний прямых продаж, обогнав мирового лидера компанию Amway. При этом Atomy в мире всего 12 лет, да, Amway 61, может быть, уже 62 года. Несмотря на пандемию коронавируса, Atomy смогла превзойти американского дракона в области прямых продаж, компанию Amway. Выход на китайский рынок в 2020 году стал для компании Atomy триумфальным. Мы все с вами знаем, что Китай не пускает ни одну сетевую компанию. Но нашей компании они сделали исключение благодаря нашему Химахиму. И первые две недели, когда компания официально открылась в Китае, сразу зарегистрировалось 4 миллиона.
И как только появляется товар, ну как бы, да, который был у них на рынке, или новый, день и нету, слизывает вот языком, вот, да, как мы говорим, есть такое понятие, все слизывается, как языком. А мы знаем, что что Китай – это такая страна, которую ничем не удивишь. И сразу скажу про Америку и Японию. Это те страны, куда наша компания вошла в первые, да, как бы, это первые страны, куда вошла наша компания. И благодаря нашему Химахиму. Поэтому вот здесь пока вспомнила, да, и не забыла, сразу хочу сказать, что если вы пришли на бизнес и желаете построить крепкий фундамент, действительно, чтобы наш бизнес передавался детям, внукам, работайте в первую очередь с Химахимом. От него и результаты, от него и баллы. Почему, когда компания зашла к нам в Россию, многие возмущались, почему нет губочек, почему нет салфеточек, да, почему нет того-то, другого, почему нам вот то-то, то-то. А если знать, что у компании Atomy философия, что в первую очередь они пускают на рынок такие продукты, товары, которые очень поинтоемкие, для того, чтобы мы сразу зарабатывали, и у нас накапливались быстро личные поинты. Вот в этом секрет Atomy. Вот это вам прямо большая подсказочка. Идем дальше. Расскажу тут же про нашу зубную щетку. Каждую секунду в мире продается наша зубная щетка. То, что она состоит, да, из золотого напыления, вы уже об этом знаете. Я вот недавно увидела ролик, где было показано, что в Китае, в Южной Корее на заводе, да, Биотек, где производятся наши зубные щетки, там разработан такой, как бы, такое, ну, средство, вот что-то слов не хватает, да, 3D, такой, видимо, аппарат 3D, где наша щетка ежедневно проверяется на качество, да, и что, я-то думала, щетка да щетка, вот ее как придумали 12 лет назад, да, так как бы она к нам и пришла сейчас такой. На самом деле ее постоянно модернизируют, ее улучшают. И поэтому, когда вам говорят, что кому-то щетка не подошла, есть такие люди у нас, очень умные, как президент их называет, вы даже не расстраивайтесь и не доказывайте им, что наша щетка хорошая и прекрасная. Они не заслужили эту щеточку еще нашу. Дальше идем по цифрам. Прибыль от коммерческой деятельности также повысилась на 22% и составила 128 миллиардов, то есть 118 миллионов долларов США. Это данные за 2019 год. И уже в 2019 году Atomy приблизилась к товарообороту самой крупной компании в области прямых продаж, компании Amway. Факт, что корейская компания смогла обогнать компанию мирового уровня, а сейчас компания Atomy первая в Южной Корее, она обогнала компанию Amway, говорит о том, что наша продукция абсолютного качества по абсолютной цене, и наша продукция мастиш. Поэтому цифры я вам могу много и долго приводить. Хотя я и назвала наш брифинг «Большие цифры», но больше хочу остановиться на простых действиях. Next. Многие вас спрашивают, или если у нас здесь есть новички, могут сейчас меня спросить,
а получится ли у меня? Даже если так все просто и легко, как вы рассказываете, но я все равно сомневаюсь, получится ли у меня. Вот сейчас я отвечу вам на этот вопрос. Next. Конечно, получится у каждого человека, кто желает. Об этом говорит президент. Хоть и наша компания для всех, а я создал ее именно для бедных людей, это я повторяю слова президента, для бедных людей, у которых даже нет лишнего гроша в кармане, и он не умеет красиво говорить, и у него даже нет образования, и внешне он не такой красивый, да, как считает, но он здесь, если желает, обязательно будет успешным, потому что в Атоме есть система успеха. И вот на этом слайде вы видите, да, нашего президента дорогого и доктора экономических наук, советника Атоме доктора Ли. Next, которые создали эту систему. Президент прямо кричит. Вот видите, да, на слайде, он прямо вот видно, вот из него просто вот брызжет эмоции. Он говорит: я подготовил систему таким образом, что работая ради своего партнера, система сделает успешным вас. Что такое система? Система – это первое, что очень важно, это мое личное мнение. Это не есть правильное для всех. В первую очередь надо быть на связи с вышестоящими наставниками. С кем вы выбираете сами. И быть на связи с успешными наставниками, а не теми, которые бьют себя в грудь, а сами даже мастера продаж не закрывают. Вот спросите у своих наставников, сколько вы, ну, допустим, примерно, да, ну, нет, я не считаю это этическим, спрашивать у своих наставников, сколько вы зарабатываете, потому что сама никогда этого не делаю, да, потому что знаем, что по маркетинг-плану всегда, когда меня спрашивают, я говорю, ну, как маркетинг-план, что там написано, да, вот в первую очередь быть на связи постоянно. Почему это важно делать? Потому что вы наполняетесь энергией. Я уже сегодня говорила, что сейчас в мире, в 21 веке, очень важна энергия. Что нас ведет, что нас поднимает утром, да? Что, с какой энергией мы ложимся спать, вот это очень важно. А наши успешные наставники, они берут энергию от самого президента. То есть обязательно поинтересуйтесь у своих ближайших наставников о спонсорской ветке. Я бы сейчас вам прямо вот назвала бы, да, ее, но я думаю, что лучше спросите всех наших вышестоящих наставников, успешных, и они берут информацию из первых уст от самого президента, тот, кто создал систему обучения, тот, кто родил эту компанию, кто до сих пор пестует ее, нежит, обнимает, носит на руках нас, учит нас летать, да, в Атоме. И передает ниже, 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 и эта информация и энергия переходит к нам. А мы передаем ее вниз своим партнерам. И почему так важно быть на связи со своими наставниками, успешными и активными? Что такое система? Это наши брифинги вот такого формата, на котором вы сейчас. Это командные наши семейные, я их называю, да, встречи. Почему они, на мой взгляд, очень важны просто, да, вот в первую очередь, наверное,
их нужно посещать, если вы очень-очень занятые люди, да, или хотя бы уж на худой конец смотреть в записи, потому что Атоми – это семья, огромная и большая семья, но эта семья делится на еще семьи. И у каждого наставника, да, тоже есть вот свои, получается, своя семья. И вот наши наставники – это наши родители, наши дедушки, бабушки, наши прапрапра, да, вот бабушки, вплоть вот до президента. И кто, как не наши вот родные, да, близкие, кто нас как бы родил, да, кто не, кто как заинтересован, да, вот в нашем бизнесе. То есть они заинтересованы в нашем бизнесе. Они знают, если будем мы зарабатывать, будут зарабатывать и они. И когда партнеры гуляют по интернету, берут опыт других успешных партнеров, а их у нас очень много успешных партнеров. Я уважаю всех, но в каждой семье свои порядки, свои законы. И маркетинг-план, и как начинать новичку, да, и что здесь делать, да, о системе даже обучения успеха. Кто-то придумывает даже свою систему обучения, да, успеха. То есть у партнеров таких наставников появляется в голове неразбериха. Они говорят сами себе. Вот кто-то говорит, стряпайте степы, кто-то говорит, закупайтесь, а мне мой наставник говорит, нет, ходи просто покупай, стань лояльным покупателем, да, поменяй места покупок на свой магазин, не ходи в аптеки, а покупай в своем магазине. То есть у людей идет в голове неразбериха, и они теряются из-за этого, теряют время. Наш бизнес – это бизнес дублицирования. Мы идем шаг в шаг, как альпинисты, друг за другом, друг за другом. Если, конечно, желаем. Next. Next. Если в вашей душе будет любовь, вот говорит, да, сейчас вот тот вот слайд, да, если в вашей душе будет любовь, то вы обязательно будете здесь успешным. Про это говорит президент. Почему у нас в Атоми есть девизы, да? Сначала, когда я пришла в компанию, мне немножко было так, как бы, не то что непонятно, немножко вот думала, смирение, да, служение. А сейчас я понимаю, и когда президент говорил, что начинайте с нравственного воспитания себя, я теперь просто настолько его понимаю, как он далеко все это видит, как он все это чувствует, и уже заранее это все продумал и придумал. И президент говорит, случится чудо, если вы не будете успешным в Атоми, но если все-таки вы неуспешные люди, то вы глупые люди, вы плохие люди. Извините, это не мои слова, это слова президента. Потому что я столько потратил времени, столько, как говорится, затратил энергии. Когда он проводил первые свои семинары, он проводил их по 2 дня и падал. Он падал со сцены от изнеможения. Он так хотел, потому что никто пока еще не умел, да, не знал об Атоми, так как он, и он, приглашая людей, и приглашенные, его приглашенных, да, когда приходили, он весь выкладывался для того, чтобы люди поняли, пошли за ними. И он говорил, когда я начинал этот бизнес, я был очень бедным, я был нищим. Его историю я тоже каждый раз рассказываю, сегодня повторять не буду. Это все есть в роликах. И те люди... Первые 17 человек, которые пришли на первую встречу, очень умные 7 встали и ушли, не поверили, а 10 неумных, как он говорит, таких, как я,
Они остались, и сейчас все очень успешные, стали империал-мастерами и коронными мастерами. Поэтому президент говорит: станьте сумасшедшими, то есть сойдите с ума, чтобы поверить в то, что он говорит, в то, что он задумал, что наш бизнес легкий и простой. Не изобретайте велосипедов. Вот слепо идите следуйте той системе, которую создал президент. Потребляй продукт и делись. А чтобы твой автомобиль набрал скорость и превратился в самолет, а самолет, чтобы не терял высоту, набирал скорость, вам поможет система успеха. Приводите сюда, приводите на Академии успеха, приводите на семинары, приводите на созвоны, да. То есть все соломки подстелены. Как я начинала работать, да, и до сих пор продолжаю так работать. Я, если мои партнеры проявляют желание что-то обсудить, да, что-то решить, мы с ними обсуждаем, что создаем встречу, онлайн-встречу, и приглашаем своих наставников. Кто лучше меня расскажет, чем мои наставники? Те, которые раньше меня пришли, те, которые больше меня зарабатывают, и те, с которыми я на одной волне. И когда они соглашаются, я очень рада. То есть если есть такая возможность, я всегда, как бы, да, пользуюсь вот помощью своих наставников. Вот, да, по системе. По системе я тоже очень много буду говорить, но могу говорить, но сегодня на этом, как бы, мы, может, потом вообще еще отдельный семинар проведем. Вот смотрите, да, что нас ждет впереди. Вот это, как говорится, персональная платформа, личная платформа Атоми подразумевает, что у нас у каждого будет своя платформа. И как говорит президент и доктор Ли, что через десяток лет в мире будет всего 0%, 0,001% людей миллиардеров, мега богатых. И они, это будут те люди, у которых будут платформы. Так как у нас уже платформа есть, она запатентована, но когда она придет в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, никто не знает. Это все зависит от нас. Но когда это APP появится, да, в тех странах, где мы живем, да даже не обязательно, если позже появится в странах, где мы живем, да, это нам открывает такие возможности, что президент говорит, что я каждого буду вести до империал-мастера. Я буду всегда рядом. Как это будет? Он уже создал при помощи айтишников, да, свой аватар. И этот аватар будет в вашем личном кабинете на любом языке, любой язык мира. Вы нажимая, наша задача будет только включить кнопочку, и наш президент за нас будет рассказывать по нашему желанию о маркетинг-плане, о химахиме, о туши, о капусте, да, о системе обучения, о будущем, да, нашей компании. То есть за нас президент все будет делать. И мы можем на этой торговой площадке, да, продвигать свой магазин. Представляете, какие нас ждут возможности? В это только вот нужно поверить, а поверить пока в невидимое, как это сказал президент. Если вы увидите невидимое,
невидимое, что вы успешные, но пока вы как бы только начинаете, то тогда вы будете обязательно успешным. Next. Да, и вот это видео, да, вот эта ссылочка, где сам президент вывозит на автокаре 1 миллион долларов, просто должно мотивировать каждого из нас. И мы этим мотивируем своих приглашенных. Вот смотрите, да, президент еще сам, будучи бедным, продумал, сколько будет весить этот миллион долларов, сколько он будет по размерам, на чем он его будет вывозить. Он взял несколько долларов, взвесил его и уже знал, да, вот про вот эту премию, как он будет выглядеть, 1 миллион долларов. И почему у нас премии, да, в виде денежного вознаграждения дарятся всегда налом, не на карточку, потому что, чтобы люди, сидящие в зале, не думали, что здесь все как бы обман. Вот они, реальные деньги. И есть вот ролик, да, где показывает Ким Ён Сук, четвертого империал-мастера, нашего наставника, да, где показывают вот эту всю церемонию. Прямо там вот, как президент едет на машине, там с мигалками, как там сейф открывается, да. Ну вот просто такой волнительный, потрясающий ролик. Кому вот не хватает мотивации, да, смотрите, прямо включайте для себя. И вот по поводу мотивации, наполнения себя, да, еще раз проговариваю. Я проговариваю на каждом своем, на каждой своей встрече. Растите на роликах президента. Он нам дал и создал все. Бизнес от Томи под ключ, от А до Я. Как приглашать, как отвечать на возражения, как составлять список, жизненный сценарий, да? Ой, ну все, как проводить консультирование со своими партнерами, да? Ну все там есть, наше будущее, наше настоящее, наша история от Томи. Все у него есть, поэтому вот прямо возьмите те, кто пришел строить крепкий фундамент своего бизнеса, за правило. Один ролик в день не посмотрели, пусть даже в наушниках, спать не ложимся. И вот я прямо рада, когда больше и больше моих партнеров, партнеров из параллельных веток, с которыми я общаюсь, благодарят меня за то, что я им показала вот этот путь. Что все легко и просто расти на информации, которую дает сам президент. Next. И вот на этой ноте, да, на такой красивом слайде хочу завершить нашу встречу, сказать, что все получится, все у нас уже получается. И если мы здесь и даже первый раз слушаем сегодня информацию об Атоме, у вас уже все получилось и все получится. Каждому под силу. Компания Атоме, она создала именно мощный инструмент для реализации всех ваших планов. Как говорит президент, даже бессовестных ваших целей. Здесь мечтать надо просто бессовестно. Вот не знаю, как каждый из вас поймет. Вот. Но все это я нахожу в видео президента. Благодарю вас за внимание. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Спасибо огромное, Ларис. Спасибо огромное.
классная мысль. Не ложимся спать, не послушав мистера Пака. Мне очень спасибо. Спасибо. Раиса, благодарю. Да, спасибо большое. Всем нашим спикерам особый респект. Да, вот, Раиса, что хочу сказать, я вот учусь у тебя, да, учусь у тебя твоему спокойствию, твоей вот этой уверенности, твоей вот этой уравновешенности, твоим вот этим словам. Нет никакой воды, да, есть только вот именно слово камень. Благодарю тебя. Вот так вот спокойствию мы у Диночки с Риночкой научились. Спасибо большое. Учимся. Да, да, да. И что наши Дина и Рина постоянно раньше, да, ну и сейчас, да. Что я хорошо запомнила, всегда говорили и говорят. Наш бизнес легкий и простой. И делаете его играючи. Вот сейчас я понимаю, что он легкий и простой. И что делаю его я играючи. Это так здорово. А все это потому, что когда-то поверили, правильно говоришь, Раиса. Да, поверили своим, да, наставникам, просто поверили. Отдались им. Доверились. Да, поэтому всем, чтобы вот доверитесь, услышьте, и будете так же говорить, как и мы. Через год-два. Да, лучше нас, Раис, даже лучше будут. Лучше, лучше. А мы рады будем только. Спасибо, Ларисочка. Да, вот девчонки, мальчишки, которые здесь, да, давайте, выходите на сцену, давайте, пусть даже пятиминутная, не сейчас я имею в виду, да, а с выступлениями. Вот просто, да, кто-то историю свою расскажет, кто-то расскажет, как приглашает, кто-то расскажет о возражениях, которые он получает, кто-то расскажет, что у него не получается. Кто-то скажет, что у него получается. Представляете, какой будет обмен? Вот правильно, правильно. Раиса говорит, мы учимся. Да, все учимся. Да, вот все друг у друга. Это предложить нашему уважаемому Куанышу на казахском делать презентацию. У нас так не хватает, вот, понимаете? Чтобы все, кто не понимает, допустим, по-русски, чтобы им тоже была доступна эта драгоценная информация. Хорошо? Давайте все будем подключаться. Спасибо, да, вам, дорогие. Казахский. Да, кыргызский. Да. Монгольский. На английском. На английском, да, да, да. Да. Да, ну следующая вот встреча, хочу анонс хочу продать себя, да, следующая наша встреча будет по приглашению. Отлично. Ага, спасибо. Ждем. Спасибо большое, благодарю, обнимаю, целую. До скорых встреч, до свидания, друзья. Завтра у нас следующий, да. Будет презентацию. Ой, отлично. Верочка, это просто наш... Просто изумруд, бриллиант. Всегда тоже ее очень приятно слушать. Умничка. До свидания.